Вопросы биологической безопасности и биотехнологии обсудили на международной конференции в Алматы. Она посвящена 65-летию научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Участие приняли более 200 ученых из 9 стран мира, а также специалисты 60 научных учреждений и центров высшего образования. Главной темой стали проблемы своевременного и полноценного информирования общества о новых достижениях. Также были презентованы около 50 научных докладов. Они касаются изучения инфекционных патогенов, разработок новых медицинских препаратов, фитосанитарной безопасности. В рамках конференции прошел конкурс на лучшую научную работу молодых ученых. В настоящее время в институте проводятся очень большие исследования по диагностике и разработке тест-систем по особо опасным вирусным инфекциям, в том числе COVID-19. Когда началась пандемия, НИИ проблем биологии принял самое активное участие, и в настоящее время в разработке имеются 5 кандидатов вакцин, из которых КазВак прошел до третьей клинической фазы и применялся для вакцинации нашего населения.